Сегодня будем открывать такие коробки. Да, сегодня у нас... Там какой-то человечек сидит. Да, это Майнкрафт. Смотри, Арина, какие человечки, герои из этой игры, да? Так, кто тут у нас есть? У нас есть какой-то зомби. Потом у нас есть скелетик, да, Аришка? С луком, видишь? Этого героя не знаю, какой-то человек-тень какой-то. Надо играть в эту игру. Ну, наверное, он черный какой-то, ты видишь? А, нет. И обычный человечек. Соединяк. Ну что, с какой коробочки начнем, Аришка? Вот это. Вот этого, да? Давай, будем открывать. Давай, попробуешь сама? Папи-кейк. Сверху попробуй, да. Так, просыпай. Эй, просыпайся, ты человечек. Так, вот человечек у нас. Тут такие вкладыши у нас. И карточка. А ты там можешь делать даже. Вот такая у нас. А ты там можешь делать. Да, он может строить. Угу. Строитель какой-то, да? Ну давай его построим. Да. Отрезай аккуратненько. Вот так. Так. Высыпаем, да? Детальки такие мелкие у нас здесь. Сейчас мы посмотрим, вот как он собирается, да? Так, ну это голова его тут, понятно. Ноги. Да, подожди, это подставка, где он будет стоять, да? Ноги. Ножки, давай ножки сейчас сделаем тоже. Сейчас найдем руки. Руки, вот они. Угу. Фуаретки. Ручка одна. Ручка такая. Так, подожди, это сначала плечи у нас идут тут. Так, потом уже ручки. Одна, вторая. Так, ну вот я вижу голова, но я не понимаю, на чем она держится. Сейчас мы посмотрим. Так, вот тут у нас голова вставляется. Эй, вот он голова. Не, голова вот с глазами, смотри. Теперь мы ему должны ножки сделать. Да? Так, как у него ножки цепляются? Вот он. Я думаю, что... Вот, давай одну ножку это, сначала. Это да? Не было. Вот вот. Одна, Аришка, ножка, вторая. Вот такой уже у нас получился человечек с ножками. Красавчик. Так, смотри, что у него в наборе идет топор, да? Он им, наверное, что-то строит. Деревья рубает. В руку даем ему топор. Так, что ты там, делаешь подставку ему? На которой он будет стоять, да? Так, он стоит на такой подставочке. А тут что у нас есть? Это какие-то детали, ну понятно. Это просто заборчик, наверное, какой-то. Это. Построим ему заборчик до конца. Угу. Вот такой человечек у нас получился. Так, ну что, Аришка, будем следующего открывать? Кто вот у нас это. Следующий? Вот это. Вот этот. Так, это скелетик какой-то. Подожди, давай аккуратненько, я тебе помогу открыть. Хочешь? Нет, я сама. Ну давай. Убегай. Остался. Получается? Это у нас попался скелет. Скелетик, да. Давай посмотрим, какие там вкладыши. Один какой-то тысянец и один чичу. Да. И один скелет. Какие-то кусты гонятся. Здесь непонятно, что происходит, конечно. Непонятно. Скелет с луком, видишь, тут. Это мы его сейчас будем строить. И тут показывается, как с ним сражаются даже. Он, походу, он проигрывает. Ну что, отрезаешь аккуратненько? Давай детальки нам. Детали мою. Так, ну что? Собираем. Да, собираем. Ой, то лучше мы сразу видим, пим, где у нас, да? Пим, пим, уважайся. Так, здесь напите, Пим, уважайся тебя колючками. Сражаешься колюч? Это лук у тебя, да? Да, лук. Так. Теперь нам надо построить ножки ему. Одна ножка готова. Вторая. Готов. Все, скелетик с
ножками готов. Давай руки. Где его руки, Аришка? Можешь подсказать? Вот они. А ну, дай белые. Белую. Берем одну ручку. Так, вторую. Что у нас дальше идут? Сейчас. Вот, у него есть вот такой лук. Все из квадратиков. Вот такой у нас получился скелетик. Прямо как в игре, да, Аришка? Так, ну что, ты ему делаешь подставочку, на которой он будет стоять, да? Да. Давай. Ну что, получилось? Давай поставим скелетика. Так, ставим давай скелетика нашего. Ну чего ты? А где розовая? Ну, где-то упала. Давай потом ее найдем. Давай. Вот, все, готов. Вот такая подставка. А вот это куда палочка? Подставка. А палочка? Я не знаю, что это за палочка. Ну, давай ему в руку дадим. Вот оно. Вот такой у нас получился скелетик. Второй готов. Да, второй тоже человечек готов. Ну что, какая коробочка у нас следующая? Вот это. Давай, открывай. Ой, ой, ой. У нас попался какой-то зеленый тачик. Зеленый? Это, наверное, зомби. Ой, вот таточки. Какой-то тачик. И такой зубатый. И даже есть крылья. Это ляльки. Давай покажем, какие там вкладыши попались. Ну, да, давай посмотрим. Смотрите, зомби. Зомби вот такой, да, у нас? Зубатик и колет. Так, это тоже здесь попались, да? Скелетик. И зубастый, да, какой-то, не знаю. Как будто тыква на голове у него. Да? Ну что, собираем? Да-да-да. Собираем зомби, да? Делай подставку ему. Хорошо? Хорошо. Так, а я построю зомби. Так. Вставляем ему шею. Берем голову. Голова готова, теперь ножки. Раз. Два. Вот. Такой у нас получается человечек. Теперь вставляем ручки. Даже что там, уронила что-то? Да, уронила. Ну, уже нашла? Да. Ох, даже крутится. Вот можешь. Такой человечек. Зомби. Ты построила ему подставочку? Да, смотрите. Давай, ты ему топор уже дала, да, в руку? Топорик у него прикольный, конечно. Все квадратное, да, такое? Так, ну давай поставим его на подставочку, которую ты приготовила. Вот такой получился. О, сегодня у нас попадется вот это. И что вот у нас осталось? Вот это у нас попадется, вот это. Ну все, открывай последнюю коробочку. Ой, так. Точно. Да, такой. Человечек? Да. Давай, доставай. Даже... Вот такие вкладыши у нас. Такой у нас уже есть. Вот такого вроде бы не было. Где наши ножницы? Ножницы аккуратненько открывай. Это долго. Высыпаем, да? Тут даже они-то месятся. Угу. Так, и... Дай я буду делать подставку. Да, ты делай подставочку. Держи вот твое, вот. И лампочки. И да? Все, я буду делать человечка. Берем туловище. Так, шею. Так, голову прикрепили. Дальше у нас ножки. Ручки.
Так, а что у него идет? Тоже топор, да? Да, я. Это я держи, цепляю. Держи. Цепляешь топор? Ну, давай. Ты ему подставку построила? Еще нет. Красиво получается? Осталось еще рука делать. Ну, давай. А как они в Майнкрафте ходят? Покажи ручками, как они делают. Прямыми, да, руками так. Все, топорик в руке готов. Покажи. Давай мы его поставим на подставочку, да? Тоже. Все. Готовы все наши человечки, да? Герои игры Майнкрафт. Тебе понравились, Аришка, человечки? Да, 4. 4 человечка, да. Ну что, чуть-чуть поиграем они? Да. Я поиграю чуть-чуть. Ты кем будешь играть? Вот это. Хорошо. Давай он будет. Тогда он будет сражаться с зомби. Там. Подожди. Значит, приветики. Там. А, чего ты сразу дерешься? Зачем ты в зомби? Я тебя буду сейчас бить. Там, там, да, 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 да. Я потерял топор. И руку. Ты мне отрубил руку. Да, держи тебя. Одевай заново, да? Еще вот это я буду играть. Ты будешь играть? Ты будешь двумя сразу? Так, ну сейчас вторая схватка. Кто победит сейчас? На, на, на. Ай, больно, по голове, больно, больно. У вас двое, я один? Ой, так нечестно. Сейчас, сейчас. Эй, еще не надо деваться. Еще не надо. О, вот так. Подождите, я хороший. Я сейчас позову скелета, и он будет меня защищать. Вы готовы? Да. Так, ну кто тут вас обижал? Выходите, я. Сейчас будете меня тут получать по попе. Ага, привет, привет. Кто обижал зомби? Ай, ты мне по голове бьешь. Ай, больно, я потерял лук. Что будем делать? Как спасаться? Будем убегать, зомби. Зомби, убегай. О, мана, бам, 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 бам. Ой, это мой меч. Все, все убежали. Ты победил. Ка-ка-ка. Дайте лайк.